Продолжаем знакомиться с номинантами Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Александр Грин на чувашском языке. «Алые паруса», «Бегущие по волнам», «Золотая цепь» и многие другие рассказы классика русской литературы можно читать на родном языке. Это стало возможным благодаря журналисту и переводчику Алексею Леонтьеву. Скоро в Литературном музее автор презентует пятитомник. Любовь к произведениям Грина сподвигла Алексея Петровича перевести классика на чувашский язык. Еще в детстве его вдохновили «Алые паруса». Именно с этого произведения он и начал свой путь переводчика. Тогда роман публиковался в молодежной газете по частям. В 1996 году вышла уже отдельная книга в чувашском издательстве. Также в столе у Алексея Леонтьева хранились 17 когда-то переведенных рассказов Грина. Так и набралось на новое издание. Хотел назвать «Морские рассказы Грина». Но потом смотрю, что-то маловато этих рассказов, 17. Начал переводить. И вот буквально, как сейчас помню, в начале марта 2010 года, как начал, и завершил сам перевод или сами переводы к осени 2013 года. Таким образом, решив выпустить одну книгу, перевел 5 томов. Переводил Грина с удовольствием, как будто плыл на корабле по течению, говорит автор. Единственная трудность, с которой он столкнулся – литературный язык при переводе, когда нужно передать не только смысл текста, но и всю красоту написанного. Усилия переводчика оценили по достоинству. Алексей Леонтьев выдвинут на получение Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства 2014 года. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика.